Обрывки паспорта, отсыревшие трудовые книжки – это личные вещи потерпевших, найденные полицейскими в снегу. Как позже расскажет подозреваемый, из дамских сумок он забирал только ценные вещи. Ну, ходил, прогуливался, увидел женщину, забрал у нее там содержимое, ну, и все, и уходил. Потом выкидывал все ненужное, деньги забирал и все. Попадались, я не знаю, какого возраста. 50 лет, может, так, помладше есть. Задержанному 30 лет. Он официально работает, женат. Год назад освободился из мест лишения свободы. Отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Грабежи, к которым установлена причастность подозреваемого, были совершены им в марте 2019-го. С целью раскрытия данных преступлений сотрудниками Управления МВД России по городу Саратову был принят комплекс мер, как профилактических, так и оперативно-розыскных, в ходе которых был задержан ранее судимый житель Татищевского района Саратовской области, который после совершения преступлений на такси уезжал из города Саратова. В настоящее время получены признательные показания. Мужчина признался в содеянном, а также в совершении еще 4 аналогичных преступлений на территории Ленинского района Саратова. По всем фактам возбуждены уголовные дела о грабежах. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев. Вести, дежурная часть, Саратов.